Ручные радары запретили в некоторых регионах России. Сотрудникам дорожной полиции больше нельзя будет использовать приборы в Самарской и Ростовской областях. А в Краснодарском крае ввели ограничения на любые радары, с которых можно стирать данные. Таким образом, власти борются с коррупцией в рядах ГИБДД. Если инспектор продолжит пользоваться устройством, сначала его ждет замечание или выговор. А вот если это не поможет, сотрудника уволят. Возможность запретить ручные радары дали всем регионам, но автоматические комплексы для измерения скорости стоят дорого, так что отказываться от приборов пока не спешат.